В России продолжаются международные армейские игры. Под Рязанью завершились соревнования десантников. В 9-километровом заезде боевых машин десанта участвовали только Россия и Китай. У белорусской команды не оказалось необходимой техники. Российский экипаж в этой дисциплине был сильнее. Китайская команда также стала второй в конкурсе подразделений радиационной, химической и биологической защиты «Безопасная среда», который прошел на полигоне Академии РХБЗ. Тем временем на полигоне Алабино в Подмосковье завершился конкурс экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск». Соревнования прошли в жесткой борьбе. До последнего этапа было неясно, кто займет первое место. В конце концов победила российская команда. Второе место у представителей Китая, на третьем военнослужащие Венесуэлы. На площадке много препятствий, они очень плотно расположены. Мы старались выступать без ошибок, сделали все, что могли. Прошли все 90 препятствий и хорошо отстрелялись. Нам удалось показать результаты наших тренировок. Наши солдаты управляли отечественной техникой на пределе технических и тактических ограничений. Они преодолевали препятствия на 1-2 секунды быстрее соперника. Все пули попали в мишень. Они показали дух и боеспособности китайской армии.